Друзья, привет! Димаш на втором месте билборда. Все подробности расскажу за ближайшие несколько минут. My friends, Димаш is on the second place at Billboard. Use subtitles if you want to know more. We did it especially for you. Друзья, Димаш расположился на втором месте чарта горячих трендовых песен от Billboard, в котором отмечаются самые популярные и обсуждаемые в Твиттере песни. Его песня «Fly Away» находится на втором месте чарта, и это несмотря на то, что, как вы все знаете, в Казахстане не было интернета на прошлой неделе. И еще я хочу отметить, что максимальная пока что позиция, которая была у Димаша в этом чарте, как раз вторая. Так что это просто поразительно. Песня находится в чарте уже 10 недель, и это тоже невероятно важно. Видно, что песня, которая, как я уже говорил, скорее всего, станет международным хитом, очень нравится американцам, основным пользователям Твиттера. И сам Billboard, как мы знаем, тоже имеет ключевое значение в мире американского шоу-бизнеса. Недавно об этом мы переговорили с нашим другом из Америки, инфоартистом Джей Кей, экспертом в мире популярной музыки. И мы хотим подробно разобрать успехи Димаша на Billboard. Так что, если, друзья, у вас есть вопросы, которые вы бы хотели задать профессионалу, пишите их в комментариях, а мы их обсудим в одной из наших передач. Так что такие хорошие результаты – это повод обязательно заглянуть в Твиттер и написать пару твитов в поддержку Димаша. Ну и, конечно, если вы не знаете, как можно это сделать, обязательно посмотрите наши инструкции или напишите девушкам из Феникса. Они все подскажут. У меня на этом все. Thank you, my friends. Good luck and bye.